Алексей, привет, оленята! О, как дела, ребятки? Что нового, что интересного? Никто вас тут не обижает? Спасибо тебе, львенок. В прошлый раз ты нас спас от этих злых леопардов и хищников. Да, если что, обращайтесь, я всегда вам помогу. Хорошо. А теперь давайте поиграем. Кто выше всех прыгнет? Или давайте, кто дальше всех прыгнет? Оп! Ого, как высоко запрыгнул олененок. Научи меня тоже так прыгать. Ой, кажется, я вижу, что-то летит сюда. Ребята, смотрите. Здесь очень вкусно пахнет. Я чувствую еду. Эй, дракон, лети сюда. Ой, прячемся. Я первый раз вижу такого огромного дракона. Страшно. Оленята, не вылазьте. Смотрите, еще один летит. Ужас. А это что за земли? Я первый раз здесь. Но здесь точно пахнет едой. Я здесь кого-то чувствую. Дракон, я тоже здесь кого-то чувствую. Давай посмотрим, кто здесь спрятался. Ой, ребята, не шевелитесь, тихо. Может быть, они нас не заметят? Улетят. Как же мне позвать папу? Он у меня сильный, он с ними разберется. Привет, ребята! Вы что здесь прячетесь? Тихо, свинья! Ты что, не видишь, кто здесь? Какие-то странные. Никого я здесь не вижу. Вкусная травка сегодня. Ой, это же огромные драконы! Ага, давай поджарим ее и съедим! Нет, нет, не трогайте меня! Забирай ее, дракон! А, вкусная здесь еда! Обязательно вернемся в эти места! Приветствую тебя, лев. Привет, тигр. Что-то в лесу неспокойно. Слышны какие-то крики, рев. Ты не знаешь, что это может быть? Я не знаю, но я слышал. Слышал какое-то рычание. Интересно. Надо спросить у львенка. Он все у нас знает. О, вот как раз львенок. Папа, быстрее помоги! Прилетали огромные драконы! Я никогда в жизни еще не видел таких огромных животных! Что это были за драконы? У них изо рта был огонь, и они схватили огромную свинью и утащили ее! Они сказали, что еще вернутся! Не может быть! Неужели снова пришли эти злые драконы? Что же нам делать, тигр? Хорошо, что мы с маленькими оленятами спрятались в кустах, и они нас не заметили. Но они сказали, скоро придут. Папа, что делать? Лев, мы не справимся с ними, они очень огромные, у них огонь. Давай позовем носорога и медведя, может быть, они чем-то нам помогут. Что случилось, мудрый лев? Мы пришли, как только ты позвал нас. Да, мы сразу пришли. Что же стряслось? На нас напал огнедышащий дракон. Их два огромных дракона. И они уже съели свинью. Что думать, лев, когда они прилетят в следующий раз? Я на них нападу. Посмотрим, кто сильнее. Ой, кажется, это опять драконы. Нужно быстрее побежать к папе. Ненасытные драконы, нужно предупредить его. Папа, там, кажется, летят драконы. Быстрее, пойдем.
прошлый раз, кажется, мы были здесь. Так, хорошее место. Я чувствую, кто-то здесь есть. Давай подождем. Когда сюда придут опять животные на этот луг, то мы их сразу схватим. Давай спрячемся, пока никого здесь не видно. Вот эти драконы. А это кто еще пришел тут? А, смотри, лев и тигр. Давай заберем их всех и съедим. Еда сама сюда идет. Давай поджарим их огнем. Давай. Осторожно, ребята. Нужно что-то придумать. Так они уничтожат всех нас. Смотри, вся трава горит. Что делать? Ну что, кто первый хочет погибнуть? Ха-ха-ха, рассмешил. Я его понес. Ну, стойте. Пусти носорога. Это кто? Кто там еще на меня напал сзади? Он не отстанет от нас. Смотри. Эти зверишки совсем обнаглели. Уже не боятся драконов. А, да, медведь. Смотри, тебе надоело жить. Вы же знаете, кто мы. И с нами не нужно ругаться. Дракон, мы без него не сдадимся. Да, это плохо для вас кончится. Мы перебьем вас всех. Эй, Дракон, да что мы с ними разговариваем? Давай просто сольем их огнем. Будет еще вкуснее. Ну и что же делать? Они как убьют всех нас. Папа, папа, держись, сейчас я что-нибудь придумаю. Ну, кажется, я знаю. Я столкну эту огромную корягу. Это засохшее дерево на них. Должно получиться. Держитесь, держитесь. Сейчас я вам помогу. Только как ее столкнуть? Она очень тяжелая. Эх, ну давай. Ой, давай, давай. Кажется, мне не под силу это. Ну, давай еще, еще. Падай, падай. Ну же. Кажется, получается. Это что такое? Я не могу вылезти из-под нее. Это очень тяжелое. Кажется, мы здесь застряли. Кто это сделал? Знаете, получаете, злые драконы. Что больше я вас здесь не видел. Если я тебе откушу голову. Ай-яй-яй-яй! Ребенок, а ну быстрее убегай! Уходим, животные, пока они нас не съели! Уходим, уходим! А, дракон, кажется, получается у меня скинуть это дерево! Ужас! Ну все, я очень зол!
Теперь я найду этого львенка. И я погублю, всех съем. Я обещаю, мы вернемся и сожгем здесь все. Обязательно смотрите следующие серии, подписывайтесь.